Всем привет! Сегодня хочу вам показать очередной блок. Его особенность это, что он под правую руку. За основу взят блок Ил-2 штурмовик. Только сделано все в зеркале. Ну и увеличена площадка с крепежными отверстиями. Заказчик попросил, чтобы мог он ее установить на свою платформу. Также здесь вместо потенциометров энкодеры. Все, на сегодня все. Всем пока.